Карабах продолжает пустеть, что отмечают даже российские миротворцы. Карабахским армянам ничего не остается, кроме как изучать русский язык и покидать Карабах, эмигрируя в Россию. Оставить эти земли туркам. Как передает Ахарас, таким мнением поделился армянский политический обозреватель Самвел Оганесян. По его словам, сегодня происходит опустошение Карабаха. Имеется в виду миграция из Ханкенди и из других мелких населенных пунктов, где все еще проживают карабахские армяне. У нас имеются данные о том, что карабахские армяне выражают желание покинуть эти земли, что отмечают даже российские миротворцы. Он также подчеркивает, что через определенное время азербайджанский солдат без единого выстрела сможет войти в Ханкенди. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч! Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, и если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь.